Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Сейчас я вам расскажу, как же привязать карту Тинькофф в приложение на телефоне. Ну, Тинькофф предлагает возможность привязать как свою карту, так и карту стороннего банка и стороннего клиента Тинькофф. Но свою карту привязывать я смысла не вижу, потому что суть какая, для чего вы карту привязываете? Для того, чтобы она у вас была добавлена в приложение, и вы могли не вводить каждый раз реквизиты того клиента, которому вы хотите перевести деньги, либо с которого вы хотите переводить деньги. Но это, как бы, знаете, как суть шаблона, наверное, больше. Так вот, когда вы открываете приложение, кстати, вы его установили, я так понимаю, да, если нет, то вы скачать можете его как с App Store, так и с Google Play, называется Тинькофф. Входите по номеру телефона, далее указываете, что вы уже пользователь банка Тинькофф, вводите номер своей банковской карты и переходите на свою основную страницу личного кабинета. Там у вас открываются все ваши банковские карты, и ниже будет вкладка «Открыть новую там карту», «Открыть счет», то есть она будет светиться оранжевым, либо желтым. Нажимаете на данную вкладку, и там у вас будет возможность либо заказать какую-то там кредитную карту, там, либо дебетовую, и ниже будут возможность там открыть вклад, взять в кредит, то есть какие-то дополнительные счета и вклады, которые вы можете открыть. И ниже будет возможность у вас привязать карту другого банка, либо привязать карту клиента Тинькофф. Когда вы нажимаете на «Привязать карту клиента Тинькофф», вам представляется возможность ввести номер банковской карты. Вы можете ввести как номер своей карты Тинькофф, так и номер карты Тинькофф какого-то стороннего банка. И добавляете как шаблоном к себе на страницу. И в дальнейшем тогда можете не вводить реквизиты, а просто со своей карты переводите деньги на карту клиента Тинькофф. Если это, допустим, ваша карта, то тогда я не вижу смысла ее привязывать. Вы можете просто со счета на счет в своих картах переводить денежные средства. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Не забудьте поставить лайк, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И всем до новых встреч!